В нашем лагере с утра невозможная жара. Мы 2 дня вообще из дома не выходим. Еду, воду заказываем. Остаться в живых — сериал. Начало июля. Ну, просто жесткая жара. Но это ладно. Сейчас много лет уже, летом зашквар. Фишка не в этом, а в том, что, короче, ни в 11, ни в 12 ночи не отпускает. Стоит жарбень невыносимый. Мы ложимся в 2-3 под утро подремать. Ребята, кто в Димитровграде, пожалуйста, скажите, как у вас погода? Мы уже хоть шкуру сдирай. Еле ползаем. Минька сегодня спит, смотрю, она аж это, раскраснелась, бедная. А у нее кожа такая, она вот даже в мороз, у нее щечки не розовые. Нет. Разве что вот прям супер, супер. А сейчас утром смотрю, она аж раскраснелась, и так ляжет, и так. Вон у нас воды тьма. Через день закупаем воду. В общем, это, и в холодильнике еще. И в холодильнике вон балакир лежит. Выпьем, следующий положим. Квас, окрошку делали. В общем, я не знаю как. Напишите комментарии под видео, ребят. Как у вас там погода? У нас до конца недели, сказали, будет вот весело. 30, 32, 34. Ничего, конечно, ходим в душ холодной водой, там, вау, балдежно, но не по кайфу сидеть дома уже, двое суток сидим. Данюх тоже говорит, блин, хочу на улицу уже, я не могу. Ну, а как там, ну, вот как, у нас есть возможность дома посидеть, да, ну, как-то вот нормально. Сидим, но я ягоза, мне, как бы, вот, 2 суток дома для меня уже зашквар. Минька нет, ей нормально, за исключением того, что от жары мается. Эх, вчера я не заснял, конечно, кадр был хороший, часов, наверное, 12 ночи. Минька измаялась уже, все. И легла на пол, прямо на паркет там, на пол. Полчаса, наверное, лежала там, да? Где-то так. Что у нас прохладно, это паркет. Да, кстати, ребята, вот мы заметим, никогда не было у нас паркетного пола. Паркет вот в качестве материала, он и тактильно так, ну, приятный. Дерево же настоящее. И он прохладный, реально. Так что возьмите на заметку, кто что будет строить. Вот паркет прям вообще фишка. Хорошая. Вот, ждем дождик, его нет. Что у нас сегодня на покушать? Греча с котлетками. Греча с котлетками. Вот гречку будем сейчас кушать с котлетками. Вот такие мы едуны. В основном пьем. Пьем в основном. Пока. Сок уже закончился. Вчера. Сок вообще, вот он, смотрите, какие гигантские коробки Минька закупает. А они просто махом уходят. Ну вот просто махом. Фу. Вот так вот. Что еще нового? Ничего, все. Жара.